себя обещал, установил, согласно рекламе из чудесного зоопарка, игру «Легенда дракона магии». Сразу хочу сказать, игра емкая, сразу заняла 280 мегабайт и вроде собирается 300 с чем-то скачать, я пока не стал. Компания та же, Game Loft, ну и стиль такой же. Я тут поиграл минут 10 драконов себе, трех уже вырастил, вот огненный дракон какой-то, дымный дракон, от которого гарью пахнет, и еще вот ветряной дракон. Смотрите, какие красивые дракончики, милые. Давайте покормим его. У него 5-й уровень. 6-й уровень. Он съел всю еду и стал 6-го уровня. Интересно, его можно погладить? Нет, нельзя. Здесь есть ферма. Это ненавязчивый такой донат. Все за рекламу в основном. Правда, можно купить вот наборчики тут за 15 рублей. Всего-навсего 15 рублей. Но я принципиально... хотя 15 рублей не так страшно. Ну, такая игра красочная. Вот я тут построил две фермы, сколько мне дала еды. Идет без багов, без тормозов на моем допотопном смартфоне. Вот здесь что это у меня тут, ферма спит. Давайте, у меня денег сейчас 5500, вот на 750 кислых шишек наделаю. Через полчаса будут кислые шишки. Так, здесь еще есть приключения всякие. Вот всякие приключения. Можно еще вступить в битву. Вот смотрите, команда противника. Напасть. Напасть. Сколько на драконов. У меня два боевых дракона. Ладно, про бои мы отдельные. С ним в общем так вот, Элла. Вот тут гнездовье, у меня есть инкубатор, портал. Драконий портал. Это чтобы сражаться. Так. Инкубатор, яйцо. Так, дракон огня, ветра. За 325 кристаллов. Ну, 325 кристаллов, это мне тут долго набирать. Ладно, обойдемся этими драконами. Ну, в общем, все понятненько. Так, гнездовье. Можно скрестить драконов, смотрите. Возможные результаты. Ага. Ура! Они скрестились. Ну что, пропустим? Времени. И кто же там вывелся? Вау! Яйцо в инкубаторе! Так, ускорить. Оно созрело, мое яичко. Через 13 минут выведется. Вот смотрите, тут еще что-то есть. Алтарь колдовства. Призрачный корабль открыть. Но тут надо кристаллов кучу наработать. Открыть воздушный шар какой-то. Ага. Все за рекламу, за рекламу. В общем, можно играть. Прикольная такая штука. Инкубатор. А что если его улучшить? Блин, за все кристаллы. Нет, все-таки без доната, наверное, не обойдешься. Ага. Здесь вообще за деньги. А это все. Огонь вывести. Перейти. Больше ячеек в инкубаторе. Опять кристаллы. Надо разобраться. Так, игра прикольная, скоренькая. Ферма. Давай выведем какие-то фио-пионы или фио-лимоны. Ну, в общем, понятно. Рекомендую. Рекомендую. Игра прикольная. Дракончики миленькие. На этом пока все.